Хочу рассказать вам простой способ, как сэкономить горячую воду, не прикладывая дополнительных усилий. У меня проблема в том, что напор горячей воды сильнее. И когда я открываю любой однорычажный вот такой кран в квартире, у меня вода по умолчанию идет очень горячая. Поэтому мне приходится все время куда-то вот поворачивать в сторону холодной воды. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему, я взял... Зашел в туалет, и здесь у меня есть краны для горячей воды. Я его подкрутил немножко, немножко перекрыл эту горячую воду, так, чтобы сравнять напор горячей и холодной воды. И теперь, когда я открываю кран, у меня теплая, комфортная вода течет при таком вот положении этого переключателя. Аналогично в ванной здесь. Поэтому достигается экономия за счет горячей воды, которая намного горячее и, естественно, дороже за счет подогрева, чем холодная. Можете посмотреть в своих квитанциях ЖКХ. И поэтому за счет небольшого уменьшения общего напора я сэкономлю теперь горячую воду. И на самом деле это очень удобно, потому что не нужно думать, на какой угол ты там поднимешь вот этот кран. Вот. Можно сразу поднимать на максимальный и не думать о том, что слишком большой напор. Вот, большое спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь.